Всем привет, это Лукас Хассел. Я снова на связи после небольшой паузы. Мне особенно нравится, когда Димаш возвращается к своим истокам. Это очень дорого его сердцу. Я нашел песню. Я ее раньше не слышал. Но я думаю, что эта песня о чем-то его личном. Если я правильно понял ваши комментарии. Вот что мы будем смотреть сегодня. Давайте посмотрим, что это из себя представляет. Итак, мне уже по душе звучание этой песни, спокойное пианино и такие насыщенные цвета. Я вам говорю про цвета в этой декорации. И Димаш, который пребывает в неком состоянии медитации. Сосредоточенный, собранный. И мне не терпится увидеть, что будет дальше. И я рад, что тут есть перевод. От евразийского фан-клуба Димаша. Благодарю вас за перевод. Красота. Я всегда останавливаю, потому что все мы знаем, на что способен Димаш, как он исполняет любые вокальные техники, но мой любимый прием — это когда он зависает прямо на грани момента, когда голос вот-вот сорвется или вообще не прозвучит из-за недостаточного дыхания или поддержки, но ему удается быть точь-в-точь на этой линии, просто безупречно. Это потрясающая способность, которая придает звучанию столько нежности и эмоций. И сразу же затягивает меня с головой. Счастлив продолжить это путешествие вместе с ним. Меня аж пробило на эмоции. Настолько нежно, а я отзываюсь на нежность. В любом ее проявлении. Я не знаю его лично, но едва эта песня началась, а у меня уже глаза полные слез. Это первый крупный план. Yeah.
Очевидно, что он говорит о своей стране, о своей земле, о том, как он гордится и любит ее, с этими поразительными декорациями, в которых преобладает красный маковый цвет. И там, возможно, еще цветовые фильтры, но в любом случае, в этом вся суть того, о чем эта песня. Декорации только излишне подчеркивают это. Возможно, это сделано с помощью фильтров. Да и по сути, это не так важно. Вся красота в том, как он связывает нас со своими эмоциями и с важностью каждого слова. Мне нравится его одежда. Мне кажется, это национальный наряд. Можете просветить меня в комментариях. Что-то типа черного шелка со всякими рисунками. Если же это выбор Димаша, то тоже напишите мне об этом. И я полагаю, это продюсерская компания. Он сейчас успешный артист, и у него наверняка своя продюсерская компания, чтобы создавать свои видео для своих фанатов. Я вижу его логотип в самом низу. Хорошо, что он сам себе хозяин. Это разумно, так как дает ему больше свободы как артисту, чтобы другие большие компании не контролировали его. Это ему только на пользу. Сейчас он выдает больше звучания. Непринужденный контроль и мощность. Так много маленьких слоев. Прекрасно. Красивый, плавный эффект. Фантастика. Не такая прям эффектная песня с точки зрения вокальной акробатики, что мне тоже нравится. Я рад, что он не пытается каждый раз впечатлить всех своим непомерным диапазоном, техникой и чем бы там еще ни было. Это просто прекрасная, проникновенная песня артиста, который делится с нами чем-то, что поистине важно для него. Это сделало мое утро еще прекраснее здесь, в Нью-Йорке. Что-то такое в стиле дзен. Такая умиротворенная благодать. Благодарность Димашу за его родную землю. Это напомнило мне, что важно замечать эти простые вещи. Это побуждает меня выйти в мою родную среду, на улице Нью-Йорка. Благодарю за просмотр. Спасибо за рекомендацию.